В Рассказово прошли зональные соревнования по волейболу среди школьников. Этот этап стал отборочным для прохождения в финал турнира, где примут участие сильнейшие спортсмены области. В этом году город получил возможность проводить подобного уровня игры. И это тоже определенная честь для Рассказово. Зональные соревнования в этом году прошли при крайне узком списке участников команд. Из 8 заранее заявленных групп в турнире приняли участие лишь 3. По словам тренеров, это говорит о том, что с годами профессионализм районных спортсменов падает. Они не могут равноправно бороться и на начальном уровне выходят из гонки за победу. Первая игра для рассказовских девушек с командой из района прошла в нашу пользу. Соперницы по площадке оказались слабее, поэтому путь к выигрышу был прост. Первый раз, когда мы вышли с Рассказовским районом и играли, мне было, конечно, страшно. Но я встала на подачу и подала больше, наверное, 10 подач, и мы выиграли них. Встреча с командой из Тамбова оказалась напряженной. Причина в том, что это давние соперники. Девушки соревнуются уже не в первый раз. Вот сегодняшняя игра показала, прям совсем ровненько играем. Их отрыв от нас совсем минимальный стал. Очень ровно играем. И вот она, старший тренер областной команды, пригласил наших двух девочек в областную команду. Ну и то, что весь этот турнир поручили провести, рассказываю, я тоже считаю, это не просто так его дают кому. Смотрят на развитие волейбола в Рассказово, и поэтому доверили нам провести его. В этом турнире тамбовчанки смогли обыграть наших девушек, несмотря на то, что превосходство было равным. Команда из Рассказово стала второй, но так или иначе получила путевку в финал зональных соревнований. Юноши заняли первое место. В целом мы думаем, что мы показали себя очень достойно со своей стороны. Мы сыграли очень неплохо, отрыв был небольшой. Мы все играли на равных. И то, что мы все тут победители. Местом проведения финала станет наш город. Такая честь выпала Рассказово не случайно. Организаторы выбирают площадки, исходя из профессионального уровня волейболистов. Наши спортсмены показывают достойные результаты, которые позволили принять у себя в гостях сильнейшие команды области. Финал пройдет 25 марта, где определится победитель, который получит путевку на всероссийские соревнования. Юлия Князева, Алексей Шиповалов, новости ТВ Рассказово.